Хотите ли вы работать без каникул круглый год? Нет. Ваше ФИО. Османова Марина Владимировна. О чем вы мечтаете? О счастливой жизни. Крикните «Ура! Наконец-то! Свобода!» Ура! Наконец-то! Свобода! Опишите свои чувства во время отдыха на море. Расслабление. Что делать, если сломал ногу? Наложить шину. А если встретил бандита? Сломать ногу бандиту. Увидел пожар? Надо тушить. Зачем дети ходят в столовую? Кушать. А на стадион? Заниматься спортом. А на дискотеку? Расслабляться, танцевать. Какие необычные виды транспорта вы знаете? Назовите самые крутые тачки. Тачки? Я сразу подумала, экстремальный воздушный шар. Чем отличается 11 класс от всех остальных? Возрастом. Что можно делать на каникулах? Все. Назовите скорость света. 3/10^8 метров на секунду. Сколько семечек в огурце? Все огурцовые семечки. Тангенс угла 30 градусов. Не знаю, мне это пока не надо. Нужны ли физминутки и как часто? Малышам чаще, старшеклассникам уже реже. Когда спят нормальные люди? 8 часов с 10 до 6. Когда можно кричать на детей? Ну, наверное, когда они не понимают. Чем выбивают ковер? Вообще пылесосом. Чем пишут на доске? Мелом. Чем гладят белье? Утюгом. Чем копают грядки? Лопатой. Чем моют пол? Шваброй. И чем моют окна? Тряпочкой. Все.